В одной из мозырских квартир между сожителями, воспитывающими двухлетнего ребенка, произошел конфликт. 37-летняя женщина попросила своего 55-летнего гражданского мужа потравить клопов, пока они с дочерью будут гулять на улице. Вернувшись, хозяйка квартиры обнаружила, сожитель просьбу не выполнил, а специально приготовленный для насекомых раствор вылил в унитаз. Началась словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство. Мужчина жестоко избил свою избранницу. Она обратилась в милицию. Мною расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 186 Уголовного кодекса, это угроза убийством, в отношении жителя города Мозыря 1964 года рождения, который 9 сентября нынешнего года около 23 часов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя по месту жительства по улице Ульяновской города Мозыря, в ходе возникшей ссоры со своей сожительницей 1982 года рождения, нанес ей не менее 20 ударов ногами и руками по голове и телу, после чего схватил ее руками за шею и начал душить, угрожая при этом ей убийством, чем создал реальные основания для нее опасаться осуществления своих угроз убийством. На момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Избитая женщина до сих пор не простила своего обидчика. К слову, он в своем поступке не раскаивается. Говорит, заслужила.